Уже больше 20 лет Светлана Мисягина живет в этом дворе. И хорошо помнит то время, когда рядом с домом был пустырь. А чтобы покачаться на качелях, приходилось ходить в соседние дворы. Теперь о таких походах можно с легкостью забыть. С этого дня не дети идут к горкам, а горки и карусели пришли к малышам. Теперь мне очень нравится. И бабушке очень нравится. И бабушка с удовольствием стала гулять. А до этого ей приходилось или на Карпова, или на Кирова. А сейчас прекрасно. Вышел, вот на тебе площадка прямо под носом. Как это удобно. Вышел во двор, и всегда можно в любое время погулять с ребенком. Начался дождик, убежал домой, не надо далеко идти. И ребенку интересно, и песок есть. Правда, этот самый песок вызвал разные эмоции. Одни поддерживают Марину, другие говорят, что от него наоборот одна грязь. Всех успокоил председатель городской думы Александр Иванов. Он пообещал, что площадку еще доработают. При этом постараются выполнить все пожелания жильцов. В прошлом году именно он обещал сделать эту площадку. И теперь лично преподносит этот подарок. Мы дарим это жителям. И я хотел бы в первую очередь сказать, что это все для наших детей, для нашего подрастающего поколения, для всех жителей вот этих домов этого микрорайона. Жители микрорайона, особенно младшее поколение, тем временем активно обновляли подарок и звонкими криками выражали одобрение. Отлично. Под занавес праздника местные жители получили еще один подарок – замок, чтобы на ночь запирать калитку. И площадка оставалась исключительно детской территорией. Виктор Суриков, Владимир Кормильцев, Вести Калуга.